Здравствуйте. В эфире программа «Большая область». Самые интересные и значимые события, происходящие на наших необъятных просторах. В студии Иван Стрижов. Сегодня в выпуске. Дорога строится, а время экономится. Водители уже оценили преимущество движения по отремонтированным участкам трассы Карачаево-Куровск. Всевидящее око. В Сургуте тестируют новые системы видеонаблюдения, которые стали еще умнее. Приятного аппетита. Как в Нижневартовске повышают индекс съедаемости и совершенствуют меню в школьных столовых. Учебная тревога. Эвакуацию населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации провели в Надыме. Километров дорог приведут в порядок на Ямале. Работы уже завершаются. Самые масштабные из них на трассе Карачаево-Пуровск. Долгие годы этот отрезок был в плачевном состоянии, а местные жители постоянно жаловались на ямы и колдобины. А в каком состоянии важнейшая транспортная артерия сейчас? И не трясет ли в дороге водителей и пассажиров, выясняла корреспондент телекомпании «Ямал-регион» Юлия Перова. Это круто! От Карачаева до Пуровска за 1,5 часа. Теперь вполне реально. 120 километров разбитых плит постепенно превращаются в гладкую дорогу. Раньше чуть ли не 6-7 часов занимал этот участок, если не больше. В данный момент, ну вот, ожидания какие дальше, что будет, уже интереснее. За лето здесь уложили десятки километров асфальта, укрепили мосты, сделали новые обочины, нанесли разметку. Надо попросить Артюхова, чтобы он еще раз проехал. И все будет отлично. В августе глава региона лично оценил состояние трассы. Остался недоволен. Подрядчики ускорились. И вот результат. Трасса меняется вот участками. Скорее бы все это закончили уже. Будет очень хорошо. Вот сейчас ремонты идут. Еще более-менее подделали. Раньше было вообще еще хуже. А так сейчас, ну, как бы ехать можно. Причем без тряски. Мы провели эксперимент. Прокатились по новому отрезку дороги, а бутылка с соком ни разу не упала. Я восхищен. Правда, вот абсолютно искренне. Потому что ехать, когда тебя не трясет вот так, не слышишь шум колес. И вот если вы можете наблюдать, камера практически не шевелится. Я никогда не думал, что вот эта дорога может быть такой. Пока, конечно, не идеальный, но уже сегодня светофоров на трассе стало меньше, а отремонтированных участков больше. Работают по 10-12 часов, прерываться на разговоры некогда. Северная погода меняется стремительно, а до холодов нужно успеть сделать максимум. Пока кран выставляется, вот мы с вами разговариваем, потом пойдем рихтовать. А еще нивелировать, собирать опалубку, бетонировать и выполнять много других дорожных глаголов. За лето здесь заменили тысячи плит. Строители говорят, что такая дорога не просядет. Ну что, поехали? Плиты уложены, теперь их нужно плотненько утрамбовать, чтобы они создали надежную, хорошую подушку под будущее асфальтное покрытие. Этот каток весит более 10 тонн, и за рабочую смену он совершает сотни таких рейсов. Медленных, конечно, но зато верных и качественных. После на плиту выкладывают выравнивающий слой черного щебня, затем крупнозернистый асфальтобетон, полимерную сетку и только потом асфальт. Местами толщина новой дороги составляет более полуметра. Дальше через каждые 12 метров нарезаются деформационные швы. Это специальный такой шов, в него укладывается шнур, заливается этот шов мастикой. И в дальнейшем он работает как деформационный шов, который не дает трещин образованию. Дмитрий Туковский на севере с 1985 года. Вся жизнь на Ямале связана с дорожным строительством. Причем именно этой трассы уже второй раз. Я приехал мастером с университета, и меня отправили на этот участок. И мы как раз укладывали вот только первые плиты. А когда еще учился в школе, я попал на тот момент, когда здесь дороги вообще не было. И мы переезжали на паромах. Мы по трое, по четверо суток стояли в очереди. Потом на пароме перебирались до Таркасале. И только потом уже машиной могли двигаться в сторону юга. Теперь поездка не кажется такой утомительной, хотя все еще требует терпения. Есть участки с неровными плитами, но скоро и они оденутся в асфальт. До идеала по проекту осталось 2 года. В 2024-м трасса Карачаево-Пуровск станет одной из лучших региональных дорог.
В большой области то здесь, то там наступают дни жестянщика, количество ДТП растет. Делают свое дело минусовая температура, но также беспечность многих водителей, которые не торопятся переобуваться. А вот поспешившие купить новую резину были неприятно удивлены. Зимние шины значительно подорожали. Почему так происходит и как автомобилисты пытаются сэкономить, выясняла корреспондент Тюменской службы новостей Дарина Иранцева. Цена за одну шину была около 5500. Вот, прошел год, и ценник уже, мы видим, 8290 за штуку. То есть комплект обойдется в 33160 рублей. В этом году Константин решил не тянуть резину и заранее купить новые шины для автомобиля. Но цены на них резко поехали вверх. Зимние покрышки подорожали примерно на четверть. Я, конечно, был неприятно удивлен. Понятно, что зимняя шипованная резина, и, как и все остальное, тоже дорожает. Вот. Но чтобы настолько, не ожидал. Повышение стоимости аналитики объясняют ростом цен на сырье, инфляцией и маркировкой. С этого года на каждое колесо наносится вот такой специальный код. Это уже избавило рынок от китайских подделок. Правда, в едином центре маркировки утверждают, в росте цен они не виноваты. Очень такое серьезное, заметное внимание мы уделяли в первую очередь тому, чтобы маркировка никак не повлияла на стоимость шин. И в итоге там, маркировка одной шины на сегодняшний день в среднем обходится в 2-2,5 рубля. Впрочем, маркировка заставила потратиться владельцев специализированных магазинов. Они закупили оборудование, чтобы считывать коды и заносить информацию в компьютер. С претензиями покупателей здесь не согласны. Говорят, цены, конечно, подросли, но не на 20, а всего лишь на 17%. Цены, они не поднялись, они как раз приняли свое русло. Такие, какие должны быть, какие рекомендуют завод-производитель. Розничные, нормальные, обычные цены. Зато сэкономить на покупке резины могут помочь шиномонтажной мастерской. И здесь старым покрышкам дают новую жизнь. Шипы добавляют вручную. Вот так производится зашиповка шипов. Правда, мастера быстро переобуваются. Помочь всем желающим якобы вряд ли смогут. Но сейчас мы уже не принимаем дошиповку. Раз время сезона. Нам некогда этим заниматься. Кстати, сильнее всего подорожали распространенные российские покрышки и крупные шины для внедорожников. Несмотря на это, покупателей в салонах меньше не становится. Продажа колес здесь все равно идет по накатанной. Дарина Иранцева, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей. Камеры становятся умнее. В Сургуте в тестовом режиме запустили систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Более того, теперь всевидящее око не только определяет возраст, но и фиксирует, в каком настроении находится человек. Где установят камеры и какова цена вопроса, выясняли корреспонденты телекомпании «Сургутинформ ТВ». На кадрах мужчина. Возраст примерно 40 лет. В поле зрения умных камер он попадал уже много раз на разных улицах Сургута. Эту информацию и даже эмоции человека может собирать и анализировать новая система. Приобретены были камеры как раз для распознавания лиц и по современным требованиям. То есть это высокая светочувствительность, разрешение, крупный зум, большой зум, 24-кратный зум. И еще антивандальные, что позволяет их устанавливать на высоту порядка 4 метров. 51 камера с системой распознавания лиц появилась в Сургуте. Этот комплекс дополнил уже давно и хорошо известный безопасный город. Новые устройства обошлись городскому бюджету в 5 миллионов рублей. Установили камеры на территориях, которые одномоментно посещают много людей. Это парки, центральные улицы. И, судя по всему, одним из самых охраняемых объектов города стал стадион «Спортивное ядро». Закрытый в рабочее время для свободного посещения, он почему-то оборудован сразу тремя камерами. Эти камеры мы установили согласно указаний УВД города. В 26 местах установлено, где наибольшее скопление граждан. Конечный пользователь АПК в целом аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а эти камеры в системе этого комплекса работают, да, и является УВД. Пожалуй, главные задачи онлайн-городового – поиск граждан, которые находятся в розыске, и даже предотвращение преступлений. Если в поле зрения камер попадает человек с оружием, система реагирует и сообщает об этом в полицию. В УВД создано подразделение, которое в круглосуточном режиме несет службу по мониторингу АПК «Безопасный город». Вот. И данные программы, о которых я выше сказал, они позволяют обозначать в режиме, звуковом режиме,
и цветовом режиме, значит, те моменты, когда распознает либо гражданин, находящего в розыске, либо какое-то агрессивное поведение. Сегодня система «Безопасный город» — это 415 камер на улицах и дорогах Сургута. Их пользу можно оценить благодаря статистике УВД. За прошлый год в городе с помощью камер «Безопасного города» было раскрыто 30 преступлений. Северный путь 2021. Так называется большой инклюзивный автопробег общественников Тюменской области. Они уже побывали во многих городах Ямала и Югры, делятся своими наработками и знакомятся с опытом коллег. Подробности у корреспондента телекомпании «Ноябрьск-24» Евгении Деминой. Существующие у нас процедуры в городе, они недоступны для инвалидов, колясочников или тех, кто плохо передвигается. То есть либо здание недоступно, либо сама процедура, либо погрузчиков нет там специальных. То мы здесь делаем именно такие условия, чтобы любой вообще категории мог этими услугами без проблем пользоваться. Ноябрьский общественник Сергей Богдановский проводит для коллег из Тюмени экскурсию по будущему реабилитационному центру. В двухэтажном здании площадью более 700 квадратных метров работы предстоит еще много. Но уже сейчас подключено отопление, сняты старые отделочные материалы на первом этаже, закуплены плитка и сантехника. На втором этаже завершен ремонт спортивного зала и установлены пневматические тренажеры. А главное, решен вопрос с установкой лифта для маломобильных граждан. Мы обратились к нашим коллегам, к Калининградскому обществу инвалидов, и выиграли у них грант на установку лифтовой кабинки. Лифт заказывается автоматически, стеклянный, чтобы тут холл оставался прозрачным, красивым и удобным. Тут мы были на тренажерном зале, то есть специально для колясочников это сделано. Да, где мало есть, да, есть тренажер там для опорников, там все. А для колясочников, тем более там вот на механических колясках, то есть он предучил все. Я буду ехать и рассказывать об этом проекте, вот что такой есть проект в Ноябрьске. Рассказали общественники о своих проектах. Рашид Хамзин уже несколько лет проводит в Тюмени конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья. Его коллега Тимур Нигматуллин занимается обучением учителей работе в инклюзивных классах. В каждом городе, где останавливаются участники автопробега, они изучают опыт и наработки своих коллег, ищут точки соприкосновения и возможности для сотрудничества и приглашают в следующем году объединиться для более масштабной акции. Говорим, ребята, кто хочет поучаствовать в пробеге, назвали названием «Северный путь», давайте в следующий раз мы уже проведем, присоединяйтесь к нам. Вот сейчас мы едем на одной машине, потом, если будет целая, как говорится, колонна нас, машины, каждый будет своим проектом рассказывать, я думаю, эта миссия будет для многих интересна, и будет этот проект расширяться, Россия у нас большая. Из Ноябрьска общественники отправятся дальше на север. Делиться своим опытом и узнавать об успехах коллег будут во всех населенных пунктах Ямала. Евгения Демина, Сергей Павлов, Ноябрьск-24. Это большая область. Мы продолжаем. И вот что вы увидите далее. Приятного аппетита! Как в Нижневартовске повышают индекс съедаемости и совершенствуют меню в школьных столовых. Учебная тревога. Эвакуацию населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации провели в Надыме. Город Ура и поселок Половинка свяжет новая трасса, оборудованная по современным стандартам качества. Строить ее начали более 10 лет назад, но потом объект, что называется, заморозили, и жители обоих населенных пунктов вынуждены были ездить по аварийно опасной дороге. Но времена изменились, и сейчас строительство вышло на финишную прямую. Все подробности у корреспондента медиахолдинга «Западная Сибирь» Гузель Ивановой. Надежда Степановна – лицо, как говорится, заинтересованное. Живет в поселке Половинка, а потому с радостью согласилась на предложение протестировать новую дорогу вместе с теми, кто ее строит. Очень большая радость, что скоро у нас будет очень хорошее сообщение с городом. Так как молодежь в основном работает в Урае, а мы, ветераны, добираемся в больницу в Урай и в свой медицинский центр до поселка Мулымья ездим часто. Вот. И я сегодня проехав, и я очень радуюсь, что скоро мы поедем по этой дороге.
Строительство трассы ведется благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность составит около 27 километров. Участок в 10 километров был введен еще в 2009 году. После работы заморозили. В свое время, скажем так, на данный объект отсутствовало финансирование. Но после того, как финансирование, скажем так, открылось, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа был разработан проект на оставшиеся 16 километров 950 метров, который сейчас, как мы видим, воплощается в жизнь. В настоящее время строительство трассы уже близится к завершению. В эти дни идет укладка финишного слоя асфальта. Объем проделанных работ впечатляет. На объект подрядчики зашли в конце 2020-го. За это время была выполнена вырубка лесополосы, выторфовка местами глубиной до 8 метров. Для дорожного укрепления было завезено около 1 миллиона кубических метров песка. Установлено 39 водопропускных труб. Общая площадь асфальтобетонного покрытия составила более 120 тысяч квадратных метров. Выездная комиссия оценила качество работ. Несмотря на погодные сюрпризы и колоссальный объем, подрядчики идут с опережением сроков. С опережением сроков идут и тазовские рыбаки. Они добыли и уже доставили в районный центр 140 тонн ряпушки. Традиционно вылов проходит осенью. Вкусной и полезной рыбы будет еще больше, если, конечно, погода не подведет. Все подробности у корреспондента студии «Факт» Михаила Шершова. Это его третий рейс. У причала предприятия пришвартовался теплоход «Верный». На его борту, а вернее в трюмах, ценный груз – 30 тонн свежевыловленной ряпушки. Предварительно рыба уже была переработана и упакована в бумажные пакеты. Сейчас ее перемещают морозильные камеры и только на время. Надолго она здесь не задерживается, говорят аграрии. Практически на каждый такой брикет уже есть свой покупатель. Северную рыбу любят не только в нашем муниципалитете, но и за его пределами. Ну, первая рыба начала идти где-то в пятницу прошлую. И надеемся, что еще массового хода нету как такового. Все надежды на природу. Погода пока позволяет. Но ветра сейчас начнутся, там не знаю, что будет. Чулан 700 тонн. Ну, по разрешению 800. Поэтому будем стараться добыть. На рыбоугодьях Вартанява и Северное Мясо задействованы 16 бригад рыбаков. Добывают ряпушку и местные общины. А на подходе в Тазовске еще один сухогруз с очередным уловом в 20 тонн. Рыба, которая является одним из самых полезных продуктов, должна присутствовать в меню подрастающего поколения как минимум 1-2 раза в неделю. Так считают диетологи. Главное, чтобы было приготовлено как надо. Поэтому у школьных столовых особая миссия, в том числе и в Нижневартовске. Как здесь справляются с непростой задачей и повышают индекс съедаемости, расскажет корреспондент телекомпании «Самотлор» Эльмира Казанина. Все ученики младших классов должны получать вкусный, здоровый, а главное, бесплатный завтрак или обед, если ребенок учится во вторую смену. И главное, по мнению родителей, чтобы ребята ходили в столовую с удовольствием, чтобы в тарелках, как говорится, ничего не оставалось. Внимание к горячему питанию сейчас большое. По поручению президента России Роспотребнадзор, Минпросвещение и региональные власти должны усовершенствовать школьное меню. Поводом послужили встречи Владимира Путина с общественниками в начале нового учебного года. Кроме этого, 1 октября начинают действовать новые санпины, в которых прописано, что питание должно отвечать особенностям региона. В меню обязательно должны быть продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. Так выглядит бесплатный завтрак для учеников младших классов 42-й школы. Омлет с высоким содержанием белка, порция 140 граммов. Также положен чай с лимоном, бутерброд с сыром и кисломолочный продукт местного производителя. В этом году школьную столовую модернизировали, приобрели пароконвектомат, который позволяет не жарить, а готовить полезную запеченную пищу. С командой организаторов питания 42-я школа сотрудничает на протяжении 5 лет. Работают с проверенными поставщиками продуктов питания, но в последнее время выбирают местных производителей. А это свежесть и качество. Переходим больше на местных поставщиков творога, кисломолочной продукции, сметаны. Очень удобно. Вот сейчас мы заключили с сургутской птицефабрикой охлажденную птицу получаем и филе цыпленка.
Работаем с нашей нижневартовской птицефабрикой. Это яйцо диетическое завозят. С Нового года бесплатное горячее питание предусмотрено для всех учащихся с 1 по 4 классы. Кроме того, бесплатным завтраком и обедом на средства федерального бюджета, порядка 336 рублей на ребенка в день, обеспечены дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, а также дети из малоимущих семей. Для школьников нельготной категории ежедневно из городского бюджета выделяется 44 рубля. На эти средства в школьной столовой ребенок может позволить только выпечку и напиток. Поэтому для полноценного питания введена родительская плата 96 рублей в день. Меню двухнедельное. В школе 42 изучают так называемый индекс съедаемости тех или иных блюд. У нас же цикличное меню, и оно сезонное меню. И вот как только меню меняется, мы обязательно и заместитель директора, отвечающий за организацию питания, и классные руководители, и я, мы находимся в столовой и смотрим. Есть продукты, которые детки не любят. Детки не любят продукты, и мы отрабатываем на равноценное по белкам, жирам, углеводам, меняя меню. В ряде школ качество школьного питания контролируют родители. У них есть возможность прийти в столовую, продегустировать, посмотреть, как готовится еда, а претензии передать организаторам питания. Такая практика внедрена по договору со школой, где прописан график контроля. Эльмира Казанина, Роберт Шерифьянов, телеканал «Самотлор». Обеспечение горячим питанием, вещами, надежное укрытие плюс медицинская помощь – главные составляющие выживания в условиях чрезвычайных ситуаций. По всей стране в эти дни проходит месячник гражданской обороны. В Большой области тоже проводятся многочисленные учения, в том числе и на Ямале. Как прошла эвакуация в одной из школ Надыма и насколько оперативно сработали сотрудники экстренных служб, расскажет корреспондент Денис Долгов. Согласно легенде, в столовой произошло возгорание. Сработала тревога, учащиеся и персонал благополучно покинули здание. Внутри остался лишь учебный манекен. Пожарные вытащили его из импровизированного огня и доставили к карете скорой, где искусственному человеку оказали вполне себе натуральную помощь. За время учений было эвакуировано 577 человек. Подобные тренировки помогут спасти себя и других, считают специалисты. Дети и взрослые в экстренной ситуации не растеряются. Правила пожарной безопасности очень важно знать, чтобы при экстренных ситуациях спокойно эвакуироваться из здания, спастись от пожара, остаться целым. В случае необходимости могут быть развернуты пункты выдачи вещевого имущества и горячего питания. Подобные на момент учений появились на базе Надым-Горавтодор, чтобы, так сказать, показать свои возможности. Они обеспечат пострадавших и работников экстренных служб всем необходимым. Вот комплект теплой одежды. Теплая куртка. Ну и, соответственно, теплые ватники. Все это можно скомплектовать с валенками. Также есть спальные мешки. В количестве 50 штук, точно так же 50 комплектов валенок, 50 комплектов резиновой обуви, раскладушки, одеяло, полотенце, все в наличии есть. 50 штук каждого наименования – это минимум. Помощь в вещах будет увеличена в зависимости от экстренной ситуации и числа пострадавших. Если пункт выдачи вещевого имущества оденет, то пищевого обеспечения накормит. В приоритете горячие блюда. Их будут готовить на базе одной из надымских школ. Опять же, в случае чрезвычайной ситуации. Сегодня у нас каша гречневая с тушенкой, тушеное мясо, говяжье получается. Очень обильно, много мяса, то есть порция получается полная. И также у нас идет чай с лимоном. Чай с лимоном, горячее питание, то есть лимон присутствует, все с сахаром, сладкий. Разнообразие питания намного шире, чем представлено на учениях, говорят здесь. Также в рацион входят первые блюда, плов, макароны, сухпайки, картофель, консервы и другое. В общем, голодным не уйдет никто. Горизонтально подготовлено. Вертикально. Вертикально. 59. И 71. В бизнес-инкубаторе условным пострадавшим выдавали противогазы. Таким образом, отрабатывалась ситуация техногенной катастрофы, а именно утечка хлора с канализационно-очистных сооружений. Жители пострадавших районов будут оповещены, куда прийти, чтобы получить средства индивидуальной защиты. Стоит отметить, что помимо города учения проводились на территории всего Надымского района. Также в них приняли участие сотрудники предприятий.
А теперь об удачной тихой охоте. Одна из тюменских семей закрыла сезон рекордными находками, обнаружив в поле два огромных гриба весом 4,5 килограммов. Близкий родственник знакомого всем шампиньона, гигантский дождевик, решили назвать «снеговик», так как во время сбора дикоросов шел мокрый снег. Одного из гигантов решили сразу пожарить на ужин, остальное порезали на кусочки и засушили. Много полезных свойств, веществ, а по ценности, по белковой ценности, близок к белому грибу. Ну и по вкусовому, когда он молодой, нежный, прекрасный, просто очень хороший гриб. Но вот врачи такого оптимизма не разделяют, считают, что подобные гиганты вырастают на земле, где много удобрений или, например, химии. Хотя с отравлениями от употребления именно такого вида грибов тюменские врачи еще не сталкивались. Между тем биологи говорят, найти дождевик или, как его еще называют, головач гигантский – большая удача. Все же, видимо, все же любит больше такие открытые участки, больше тяготеет к опушкам, на лугах отмечено, вот, в поле. Вот, в условиях города могут встречаться вполне. Во многих регионах ведь считается редким, и он даже включен в Красную книгу как охраняемый вид. Вы смотрели «Большую область». В студии работал Иван Стрижов. Всем хорошего настроения и большого человеческого счастья. До свидания.